Ну шо, ребят, всем привет, снова я, снова вы. Свершилось, ребята, 2 года это ждал. В 2020 году я ушел из Fortnite, потому что мне было очень впадло учиться строиться. Вот это вот все, вот эти вот микромоменты, вот это вот все вот, всякая вот эта вот строечка, кренка 90-е в небеса и так далее. Было супер впадло, и на тот момент... Благо, на тот момент вышла Warzone, в которой я благополучно отчалился целых 2 года. Опять же, 2 года. 2 года ждал, 2 года отчалился. Последние полгода в Warzone были супер невыносимыми, потому что читеров много, карта унылая, играть супер неинтересно. И что мы имеем, ребята? Fortnite. Патч 20.00. Второй сезон, 3 главы. Не знаю, я с 8 сезона ждал какого-нибудь послабления стройки, но я не ожидал такого. Я не думал, даже на секундочку не мог подумать о том, что они могут так сделать. Они нахрен убрали стройку. Пока что, ребята, только в обычном режиме. То есть на данный момент у нас паблик играется вообще без стройки. Со стройкой у нас только арена. И вы скажете, блин, но Fortnite, он типа такой довольно, ну типа топорный что ли, и ему режим без стройки как бы будет не очень. Нет. Во-первых, ребята, если вы думаете, что Fortnite, так скажем, был популярен только благодаря стройке, нет. Благодаря ивентам, коллабам, крутым каким-то скинчикам и вообще вот этой, не знаю, культуры скинчиков и эмоутов, вот все вот это создало вокруг... Соответственно, Fortnite — такой культ среди школьников и, в принципе, людей постарше. Кто, ну, кому нравится такая стилистика. Я обожаю такую стилистику. Я со времен Team Fortress угорал дико по такой стилистике. Мне очень нравится стилистика такая полумультяшная. В нее играть достаточно приятно и глаза не сильно напрягаются. Так вот, мало того, что они добавили режим без стройки. Они подумали и решили, что просто режим без стройки будет очень тяжелым. Потому что, ну, обычно вы использовали стройку, чтобы, так скажем, сгладить углы для того, чтобы застроиться там, где по вам начинает стрелять. Теперь вы строиться не можете. У вас, конечно, есть укрытие, но вряд ли вы будете таскать, потому что слотов ограниченное количество. Теперь у нас есть тактический спринт, подкат и паркур. Эти 3 вещи делает, по сути, из Fortnite Apex. Буквально Apex, только от 3-го лица, только с приятной графикой, только с кучей разного контента, коллаб, скинчиков и так далее. Что не научился делать Apex, это крутые скины. Крутые скины, которые продаются, и при этом они по доступной цене. Потому что, ну согласитесь, Bloodhunt за 11 тысяч, ну извините, нет, не очень хочу. В то время как в Fortnite скинчик самый дорогой стоит, ну сколько, 1500 рублей. Правильно, 1500 рублей. А еще, кстати, немножко останется. А еще бесплатные V-баксики. А еще там, допустим, с ПВЕшечки где-то фармите. Все, по кайфу. Так вот, я лично хотел просто поделиться именно своими эмоциями. Потому что, на самом деле, новый сезон очень крутой. Мне и до этого нравилось. Единственная была причина, по которой я не хотел играть. Мне было впадло учиться строиться. Теперь строиться не надо. Я очень надеюсь, что этот режим останется надолго. Потому что на данный момент у меня есть достаточно интересная идея. Буду фармить победки на корону. Кто не знает, там есть новая эмоция. Такая корона у вас на башке она. Вот. Ваша задача — выиграть. И затем выиграть игру с этой короной на голове. И у вас засчитывается типа плюс 1 победа в такую вот эмоцию. Это очень прикольно. Я в свое время за меньшее, так скажем, убивал. Вот, такие вот, ребята, у меня эмоции. На самом деле, очень много крутых добавлений. Единственное, что танки странные, танки сильные. Ты не хочешь таскать с танками, так скажем, такую штуку, как сишки или взрывчатку и так далее. То есть, опять же, мало слотов. То есть, вы либо берете взрывчатку, либо берете мувмент. А зачастую мувмент выгоднее. От танка проще убежать, чем попробовать его убить. Потому что у него 2500 хп, сбиваются они очень-очень тяжело. Не знаю. Мне очень понравилось. Ребят, приходите на стрим, подписывайтесь. Опять же, ставьте лайки. Не знаю, насколько это имеет смысл. Опять же, сейчас эти ролики продвигаться вообще никак не будут, потому что, опять же, санкции, нет никакой рекламы. А ролики без рекламы, ребята, как вы знаете, на ютубе, они в последнюю очередь подвигаются. Такие вот дела. Все, приходите на стримы, сейчас буду каждый день с утра стримить.